Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников Джентиле Беллини «Чудо реликвии Святого Креста на мосту Сан-Лоренцо». События, происшедшие близ моста Сан-Лоренцо, сегодня, конечно, назвать чудо можно лишь косвенно, но именно таковым оно и воспринималось в венецианском обществе. Во время прохождения религиозной процессии по мосту реликварий был случайно уронен в канал. Зритель видит, как много попыток было сделано, чтобы обрести святыню вновь, и лишь дожу Андреа Вендрамино удалось ее спасти. На картине он с гордостью поднимает крест над водой. Юный африканец на мостках справа свидетельствует, какое пестрое, разноликое было население суммарного города мира. Вероятно, этот персонаж, еще не понявший, что одна из величайших христианских реликвий уже найдена, намеревается принять участие в поисках под водой. Пожалуй, только его темнокожая фигурка разбивает впечатление строгости, которое присуще городским работам Джентиле Беллини по сравнению с Карпаччо. Ведутся споры, как трактовать фигуру на первом плане справа. Проводится доказательство, что это члены семьи Беллини, но также веско звучат доводы в пользу членов Скуолы. Скуола – это учреждение Венеции, которое объединяли своих членов на основе религиозной, этнической, политической, семейной и профессиональной общности. Ну, вот так вот вкратце о работе Джентиле Беллини «Чудо реликвии Святого Креста на мосту Сан-Лоренцо». Пока-пока, до свидания. Текст по книге «Великий музей мира». Пока.